от 1 января по адресу Катинская, 64. Что произошло? Что можете пояснить? Приехал. Пока что домой. И перед от центрального рынка там пешеходный переход. Увидел, пешеход ходит. Я там далеко был. Сами на месте происшествия почему не остались? Синяк машины был. Испугался. Понятно. Заставление места ДТП вам известно, что предусмотрено административное наказание в виде административного ареста либо лишения водительского удостоверения? Поэтому в данный момент будет составлен протокол в отношении вас и направлен для рассмотрения в мировой суд.